Приветствую вас на канале «Москвичи без границ». Мы сейчас хотим поехать на новый пляж по соседству с нами. Пляж этот называется Ката. Будем пробовать заказывать такси. Я сейчас вам немного покажу цены. И потом зайдем еще после пляжа на ночной рынок, который там находится. Там, говорят, вроде очень большой выбор еды, который мы так никак нигде не можем пока что застать и найти. Вот, поедем, посмотрим, все вам покажем в этом видео, так что оставайтесь на нашем канале и не переключайтесь. И не забывайте подписаться и поставить палец вверх. Так, приложение называется у нас Bolt, вот так оно выглядит. Я вот выбрал уже от нашего места положение, куда можно поехать. Видите, Ката, а мы находимся почти что на конце Корона, а вот Ката. Такси. Bolt идет 200 бат, эконом 150 бат, видите, он то появляется, то исчезает, потому что машин эконом, их все-таки меньше. Вот, и можно просто какое-то такси заказать, 250-263 бата будет стоить наша поездка. Мы, наверное, закажем Bolt. Да, вот Bolt возьмем за 200 бат. Оплата наличными, сим-карту я оформил сразу, сим-карту я оформил сразу здесь уже, это будет отдельный ролик у нас по этому поводу. И зашел в приложение сим-карты, там можно узнать свой номер телефона, я его ввел, и все, и как бы удалось скачать приложение Bolt. Вот Bolt скачали и Grab. Grab, кстати, цены что-то на порядок дороже, но я не знаю, с чем это связано. Мы пока что сейчас попробуем поехать через приложение Bolt и вообще посмотреть, как это все работает, потому что в другой стране мы никогда не заказывали такси. Вот мы только по Москве ездили на такси, и в Крыму еще я работал в такси и заказывали тоже такси. Но здесь будет для нас новый опыт, новые впечатления. Обязательно сейчас вам все покажем и расскажем. Все, мы вышли на улицу, я заказываю такси, заказал за 200 бат, вот показывается по карте, где едет машина, прибудет через 3 минуты, Nissan Sylphy, желтый, и номер автомобиля 426, и там что-то на тайском языке, буквы какие-то обозначены, вот, так что ждем, и поездку сейчас, конечно, вам всю покажем. Да, здорово, на улице уже жарко, время у нас 16:23, а по-московскому это 12:23. Вот, так что ждем такси и поедем на новый пляж открывать для себя новые границы. Мы же без границ, вот мы их будем все перекрывать. Вот эту красненькую? Да. Алина, пойдем, за нами машина приехала. Давай скорей. Машина, да. Сюда. Алина, да. Привет! Привет! Скажи привет! Пока! Все, садимся? Да. Алину возьмешь? Да. Hello. Hello. Ката бич. Окей. Так, вот мы уже в такси. И как я вам говорил, то, что детских кресел у них нету. И как бы нету такой категории, чтобы можно было бы выбрать такое. Но машины все хорошие, все прохладно, работает кондиционер, то есть все очень здорово, ну и комфортно. И всегда, вот я что заметил, у них все машины очень чистые, они за ними очень хорошо следят, то есть наполированные, начищенные, то есть вообще супер. Такой, конечно, подход к клиенту меня очень радует. Вот. Так что так, едем. Покажу вам сейчас немного дорогу. Алина проснулась, не было сна.
Мы первый раз заказали такси. Едем сейчас на соседний пляж, он называется Ката. Такси здесь без... И, кстати, все ролики Stories в прямом эфире, которые будут выходить, можете смотреть в нашем инстаграме. Вот, москвичи лайв. Пожалуйста, переходите, смотрите. Все у нас там в прямом эфире. Юлька снимает и фотки, и сторисы. То есть это более свежая прям будет для вас вся информация. Если хотите за нами полностью следить, обязательно подписывайтесь. Алинка, тебе нравится? Да. Да? Классно, скажи. Помаши ручкой всем. Скажи привет в камеру. Привет. Ладно, потом. Так, как и обещали, 200 бат стоимость сделали. Вот, но я говорю, то есть цена разнится, можно взять эконом за 100, за 150 бат. Вот. Да, сейчас. В песке уже завязали тут немного. На саму Кату заехать нельзя, вот как бы стоит здесь пост, здесь тоже какая-то речка сбоку, сейчас я вам покажу, там кто-то прыгал сейчас, какие-то лягушки или рыба, не знаю, кто там водится, вот, но окунуться в такую речку бы я бы точно не хотел, наверное, там очень опасные водятся гады. Пальма, дорожка тут есть, тук-туки стоят, вот уже можно кататься, наверное, на тук-туках отсюда сразу заказывать себе. Пальмы шикарные. Погодка шикарная. Вот, посмотрим, будут ли здесь волны и как здесь вообще обстановка. Мы потому что тоже ищем для себя место на дальнейшее, чтобы снимать жилье. Можем, пока что выбираем. Так, что тут у нас есть? Тут креветки... В Клярии 130 бат, но это не креветка, это... Нет, это креветка, 130 бат за 4 штучки, видите? Шикарно, не так дорого. Коканут 50 бат, в принципе, то же самое, как и там. Но здесь выбора, видите, больше, то есть около пляжа прям вот можно сходить и взять всякие вкусности. Также и морские аксессуары. Пожалуйста, шейки по 50 бат, вообще недорого. Кукуруза здесь стоит... 30 бат. А, есть даже блинчики по 50, по 40 бат. И посмотрите, здесь нету волн таких прям вот, как у нас. Остров, посмотрите, как близко, который я вам показывал на том, на нашем пляже, на Короне. Вот, сейчас тоже здесь отлив. Отлив происходит по расписанию. Все зависит от луны. И здесь людей, конечно, но намного больше, чем на Короне. Ката прям более популярная, что ли. Зелено, песочек белоснежный, шикарный. Ну и попозже сейчас мы местечко себе найдем, примастыримся куда-нибудь. Вот, и посмотрим водичку, с вами зайдем с камеры. Ну не под воду я не буду сегодня нырять, я бокс не брал. Подводный, вот, поснимаем так чисто все. Вот, видите, докуда вода была? Это был вот прилив, это край был воды. Сейчас отлив. И прилив будет, то есть, намного позже, где-то ближе к ночи, будет прилив уже. Вот. Вот здесь, видите, флаги стоят, здесь купаться нельзя, потому что здесь, видите, водные аттракционы, скутеры там и так далее. Вот, ну, находится он в такой бухте, в таком заливе, из-за этого, наверное, и нету волн. Вот там вот камни есть какие-то, там, мне кажется, с маской поплавать будет вообще здорово. Обязательно тогда там сделаем как-нибудь поход с маской, с подводной камерой, все вам покажем. Ну что, мы сейчас будем тогда уже переодеваться и начнем купаться. Я, как и обещал, сейчас немного вам еще пляж покажу. Алинка там нашла себе друга, вон, чуть поменьше, они играются там уже в песочке. Вот, так здесь тоже все в песке замки строят, лепят. Здорово. Стоит очень много байков всяких покататься. То есть на нашем пляже, на Короне такого нет. Здесь как-то более оживленно в этом плане. Стоят лежаки, сейчас отлив. Видите, где лежаки, там вода была и насколько вот она уже ушла. Но вода... чистая, прозрачная, вообще шикарная. Вот.
Очень красиво. Под водой там какие-то креветки. Я жалею теперь то, что я не взял маску с собой сегодня. Вот, для первого раза, конечно, надо на новое место, куда едем, сразу брать себе за правило, брать маску какую-нибудь. Вот, свою. Понырять, посмотреть. Вот, хотя бы для себя понять, что там под водой такое живет. Водичка прозрачная. Сейчас вот только песочком поднимается, но он тут же сразу садится. А так вот, прозрачность воды сейчас. Вода чистая. Чистая, прикольная, теплая. Градусов 30 вода. Вот здесь помельче, а там вот где люди, там уже поглубже. То есть глубина хорошая, достаточная, чтобы поплавать можно было бы. Вот такие виды тут шикарные. Лежачки, около лежачков там, наверное, вон там стоят какие-то барчики. Можно даже пойти посмотреть, какие цены там. А насколько они будут против съемки, я не знаю. Сейчас посмотрим, что почем. Вот. Все посмотрим, все узнаем. Скоро потом расскажу вам видео. Запишу тоже, какое, как мы тут и деньги меняем, как и симки покупаем. Вот, как тут, грубо говоря, обустраиваемся в новом месте для себя. Лежаки, сами видите, много. Так, что здесь есть у нас? 60 бат, здесь уже идут всякие коктейли. Айс кофе 60, горячий кофе 40, фруктовый сок 80-80 и тарелка фруктов 120 бат. Такие цены. Вот ананасы, посмотрите, как красиво порезаны. Есть арбузы, все охлажденное за стеклом, чтобы мухи не садились, все свеженькое. Все сразу прям для вас. Ну, вот так вот. А потом мы пойдем отсюда на ночной рынок. Он здесь тоже находится недалеко. Обязательно вам его покажем, так что смотрите видео до конца. Думаю, много интересного и полезного для себя узнаете. Это вот улочка такая, здесь ступенечки есть. Дорожка специально прорезиненная такая, чуть-чуть с каким-то покрытием непонятным. Но, короче, она не скользкая. Стоят вдоль байки, а здесь прям вот какие-то виллы, дома, коттеджи стоят прямо на первой линии береговой. И посмотрите, какие пальмы. Ну, это просто, блин, картинка, конечно, глаз не оторвать. В море я сейчас плавал, просто шикарно. Да вообще ни с чем не сравнится, конечно. Просто супер. Надеюсь, вам тоже все нравится. Вот. Может, для кого-то мы тоже сделаем такой рывок, что захотите поехать куда-то отдохнуть этим летом или на следующий год. Вот. Так что, надеюсь, у вас все получится тоже. Так же, как у нас, главное дело к этому стремиться. На каждых пляжах есть такие знаки, видите, цунами, hazard zone. Вот за эту линию не заходить, когда цунами, как я думаю. Вот, но надо будет перевести, конечно, что это означает. Walk and run. Здесь вот и походить, и бегать. На выходе стоят байки с мусором. Все, ну, здорово. Меня пляж впечатлил на самом деле. Очень красиво и удобно для нас всех. Так, цены сейчас покажем. Тридцать минут 1600 бат. Вообще нормально. Мы на Самуи катались 15 минут за 1500 бат. Это получается, ну, 4000 рублей за 30 минут. Ну, это вообще офигенно. Это отличная цена. Как-нибудь мы, наверное, попробуем обязательно это дело покататься. О, вода все дальше и дальше уходит. А, сейчас уйдет, а потом к ночи она, наоборот, придет уже к нам.
сюда вот поближе, туда будет прилив. Все, мы пришли на ночной рынок, который находится на Кате. От пляжа мы уже ушли. Цены здесь дешевле, чем у нас. Посмотрите, здесь есть ведра с алкоголями. Вот такие ведерки можно купить по 350, по 420 бат за ведерко. Разные. И водку можно, и сангсом. Вот это их коктейль. Вот, под тай с курицей стоит 100 бат, и с креветкой 120 бат. Вот цены. Нажимайте на паузу, смотрите. То есть вот такой порции можно, в принципе, наесть вполне. Стоят рядом сразу столики везде. Здесь же можно приобрести пиво, водичку попить. Там в самом начале были фрукты у нас. Здесь тоже, вот смотрите, коктейли. Маленький коктейль стоит 100, большой 200. Вот такие цены. То есть мохито 40 бат вообще. А шашлычки, смотрите, здесь цены какие вообще дешевые. По 50, по 35. И по 100 идет уже с креветкой, там, с осьминогом цены. Выбор очень большой. Можно брать все, что угодно. И самое главное, посмотрите цены на рыбу. Рыба стоит такая 300, 220, 150. Это похоже на кефаль. И за 200 сибас, по-моему. Креветочки по 100 и осьминожка по 60. Устрицы есть. Вообще. Рыбка в соли. И, как я говорил, все тайцы просто магнитятся калинки. Вот. Ну, сейчас туда еще дальше пройдемся, посмотрим, если что там будет интересное, включимся. Как найдем местечко, где нам что покушать, сразу же включимся в эфир и будете смотреть, что сколько стоит и что мы взяли. Уже есть традиционные гады тайские, скорпиончики по 400 бат, таракашки. Вот, наверное, вот такой таракан и у нас сидит. По 50. Да, личинки. Я вот это, конечно, буду обязательно для вас пробовать, но как-то в другом ролике, в другом видео. Вот, я когда соберусь силами, мыслями, то обязательно попробую. Так, суши. То есть одна стоит 20. Ну, они и такие неплохие, хорошенькие. Креветка вот разделанная лежит, лосось. И шашлычки. Крокодил по сотке. Мясо. Говядины по 100, свинины по 50, курица по 50. И также отсек с одеждой. Выбор огромный. Как всегда, так и везде. Здесь ребрышки. Ребрышки 100 бат, 100 грамм. Hello. Так, 7 креветок 100, 15, 200, 23, 300, 30 креветок за 400 бат можно. 30 креветок это примерно где-то килограмм с небольшим даже. Так, здесь тоже крылышки всякие. Ну и по той стороне тоже есть спагетти, рис и так далее, и тому подобное. И шаурма по 100 бат стоит. И тут тоже вот рыбка. И здесь рис, морепродукты с креветками. Вот такой расклад. Ну все, мы сейчас пойдем себе что-то возьмем и покажем вам. Ну что, я заказал сейчас нам один том-ям. Я все-таки возьму с креветкой. Он стоит 120 бат. До этого мы ели его за 200, за 250. Взял стеклянную лапшу, одну с курицей за 100 бат и одну с креветкой тоже за 100 бат. Вот. То есть сейчас принесут, посмотрим, как это выглядит, как это на вкус. Вот. Ну, я думаю, будет прикольно, вкусненько. И еще посмотрите, какие тут морепродукты. Медяйки такие здоровые, кальмарчики, большие креветки такие, голубой краб, устрицы. Вот эта рыба какая-то вообще, игла. И рыбка различная.
любая рыбка к вашим услугам. Ага. Принесли стеклянную лапшу с курицей, это для Алинки. Да, речо. И сейчас посмотрим дальше блюдо и заснимем вам. Здесь уже с креветками, тоже стеклянная лапша. А там креветочки торчат. Том-ям. Сейчас мы посмотрим, сколько тут начиночки. О, креветочки есть. Нормальные, большие, хорошенькие креветки. Еще какие-то грибочки. Ну и, конечно же, ихние корешки тут всякие. Креветки в фляре ко всему этому 100 бат стоимость, всего лишь это 230 рублей примерно, 250. С виски и кола, вот такой большой стакан за 160 бат, и взяли еще тай-мохито за 60 бат. Вот такой он выглядит. Thank you! Вот так он выглядит. Холодненький, вкусненький, и вот цены такие. Thank you! Но мы уже приехали домой, вот, обратно взяли тоже такси. Такси только обратно вышло уже чуть подороже, и обошлось нам 263 бата, потому что тут тоже часы пика существуют, вот. И как бы цены возрастают, и машину сложнее найти. Вот, из-за этого пришлось экономные варианты, такие более дешевые, там за 150, за 200 бат, их просто нету, вот, а взяли за 263 на большом минивэне, ехали там сколько, человек, наверное, на 12, а мы ехали втроем и коляска. Вот, доехали также быстро, отлично, пляж нам понравился. Ну, а если вам пляж тоже понравился и какие-то там есть у вас эмоции, вопросы, обязательно пишите и задавайте их в комментарии. Ну, а на этом видео подошло к концу, и до новых встреч, пока!